Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT Doctor. И это новый видеокурс о языке CSS. Каскадные таблицы стилей. Они позволяют нам оформлять наш сайт очень красиво. Сейчас вы видите на фоне моей речи то, как это можно делать очень быстро и очень красиво. На примере создания меню. Такие вещи мы будем создавать в данном курсе. Меню, сам сайт, разметку сайта. И чуть позже мы будем уже изучать Bootstrap. Это такой фреймворк, который позволяет нам все это делать еще проще, делать сайты адаптивными, красивыми и очень удобными для пользователей. Данный проект делался на Bootstrap для того, чтобы сделать только меню, но тем не менее его уже адаптивным. В конце вы увидите, что это действительно так, оно работает на любых устройствах, то есть начиная от телефонов, планшетов и заканчивая настольными ПК. Все это делается на Bootstrap и CSS. Конечно же, HTML тоже необходимо знать, чтобы делать всю разметку. Если вы случайным образом перешли сразу к этому курсу, но не знаете HTML, обязательно вернитесь немного назад. На моем канале вы найдете видеокурс по языку HTML и сможете все подробно там изучить. А теперь мы начинаем заниматься языком CSS. Будем придавать здесь стили, изучать все аспекты, как стили записывать, как их применять классам. Рассмотрим все селекторы. И, возможно, я сделаю бонусное видео ближе к середине или к концу, где покажу вам еще одну очень удобную вещь. Называется она LESS. Это примерно то же самое, что CSS, но тем не менее это так называемый препроцессор CSS. И он позволяет нам еще быстрее и аккуратнее делать CSS код. В принципе, на этом введение, я думаю, можно заканчивать. Обязательно переходите к следующему видео уроку. Там мы уже начинаем на практике заниматься написанием стилей CSS. А на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Обязательно переходите к другим видео на этом канале. Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Услышимся в следующих видеоуроках.